По меньшей мере 42 человека погибли, около 70 пропали без вести после затяжного ливня и последовавшего за ним наводнения на западе Германии. Жертвами непогоды стали работавшие в затопленных районах пожарные. В окрестностях города Аденау, вышедшие из берегов реки, разрушили 6 домов, еще 25 находятся под угрозой обрушения. В настоящее время не удается установить связь с 30 местными жителями. Многие люди вынуждены укрываться от поднявшейся воды на крышах домов. До многих из них не получается добраться на лодках, поэтому спасатели ждут прибытия вертолетов. По прогнозам метеорологов, паводок на крупных реках, таких как Рейн, продолжится до конца недели.